Дети это и есть зло, их надо наказывать. Замолчи! У меня была дочь. Ее звали Ида или Наташа. Точно не помню. Красивая. Но подлая. Врала все время. Что я ее бью, а я ее не била. Ну, разве что пару раз. И эта дрянь на меня руку подняла. Жарко было. А вот из этого что получилось? Красиво. Да? Нравится некоторым. Очень просто. Испугалась, что я ее наказывать буду. В чем мать родила, убежала на мороз. Замерзла бедняжка. На пустыре нашли утром. Просто мать надо было любить свою. Уродство какое слово, меткое, точно пуля. Да, они должны страдать, те, кто родителей не